Всем привет! Вырвался наконец на рыбалку очередной раз. Не знаю, ни карп, ни щука, никто клевать не хочет. Какой-то такой месяц начался, рыба совсем не хочет клевать. Сегодня приехал на такую речку. Тут есть карп, щука, судак. Окунь есть, сом есть. Сейчас закину одну удочку на малька, поймал одного малька, закинул, отделаю его, закинул, попробую что-нибудь поймать, или щуку, или сама, или судака, или нормального окуня, может, поймаю. А может, и ничего не поймаю. Так что, если ты смотришь меня, желательно, чтобы ты подписался, написал какой-нибудь один комментарий. И посмотри видео, может быть, мы с тобой что-нибудь поймаем. А может быть, ничего и мы не поймаем. Так что вот так вот. Вот. За рыбалку. Так, значит, вон та удочка у меня на что-то из четырех: сом, щука, судак, окунь. А вот это у меня тут лежит длинная, вот эта моя удочка, совсем маленьким таким крючком, и поплавка даже не видно, он такой маленький, чтобы маленького этого живца маленького поймать. Закинул. Обычно на рыбалку идешь, ты такой сейчас думаешь, сейчас я что-то поймаю, сейчас я сделаю этой рыбы. Приходишь, проходит час, ты ждешь эту рыбу, не можешь поймать, думаешь, вот вечерний клев начнется, да? Ну, а его нету почему-то. Нету. Сидишь, бывает, проходишь, ничего с собой не берешь. Вот у меня тут в машине полностью все заполнено для всякой рыбы. Тут удочки, сигнализаторы, бойлы, подкормки. Все есть. Сейчас взял вон кукурузку, поставил его, поставил малька. Сижу, уже вечер, ничего не поймал. Жду дальше, чтобы что-нибудь поймать. Так что как-то так. Ну, погода хорошая, природа красивая, река прекрасная, не знаю. Вон мой поплавок. Большой поплавок на... с живцом он у меня лежит. Живец на дне. Кстати, кто может что подсказать, чтобы сам клевал нормально? Как его? На что он больше любит клевать? Подскажите там, напишите в комментарии что-нибудь. Тут кто-то шашлыки делал, походу. Тут еще одно место есть. Тут три места. Вот я сижу на том месте. Тут есть вот еще одно место. Вот тут кто-то что-то жарил, жег. Есть вон еще одно место такое красивое. Я вот тут позицию занял. Жду, чтобы что-нибудь клюнуло. Дерево тут такое большое, массивное, жесть. Как, кстати, кто-то леску тут оставил. Вон, рыбаки оставили. Крючки поставили сюда. Не знаю, зачем. Вот один крючок, вот. Второй крючок прям с поводками оставили. Может, они затупились.
Может, нет. Лучше уберу я, чтобы кто-то не зацепился за них. Все, если будет экшен клевать рыба, буду показывать. Там кто-то... Кто-то большой, кто-то ходит. Кто он такой, вообще не знаю. Но он такие иногда бывает волны делает, как будто сантиметров 30 от поверхности под водой проплывает что-то массивное такое. Ветра нету, волны никто не может, кроме рыбы, создать. Ну, а клевать-то он не клюет. Сижу до сих пор на своем троне. Солнышко уже уходит в закат. Ну давай хоть кто-нибудь там, хоть окунь, хоть зверюшка какая-нибудь. Захавай эту рыбку. Сюда сейчас поставил побольше крючок на две кукурузы уже, чтобы можно было поставить две кукурузы, закинул. А амуры бывают, вот эту, этот камыш дергает амур, рыбка. Но он тоже на кукурузу, я думаю, должен клюнуть. Там шум сильный, там у нас проходит автомагистраль, автобан. И машины все время, каждую секунду какая-то машина там проезжает, не знаю. На рыбу влияет это? Рыбу шукают или нет? Вот такой вот звук тут все время. Вот в этих зарослях есть типа какого-то пруда, но туда не подобраться. Совсем не подберешься. Хожу, жду рыбу. Ничего не стал вытаскивать, все удочки, все свои снасти. Там у меня чего только нету. Просто закинул по старинке тройничок. Крючок там стоит. Живец. Тут маленький крючочек. Грузила нету, чтобы он не почувствовал сопротивления вообще. Вот так вот. Рыбалка идет полным ходом. Чуть-чуть поболтаем. Пытаюсь поймать рыбу. Вот что я ставлю. Ставлю, ну, например, на хищника, да, какого-нибудь. Судак или там окунь, щука, про сома я вообще не говорю, потому что я его никогда в жизни не ловил. Ну, есть надежда, что я когда-нибудь его поймаю. Но блесна, всякие силиконовые насадки, колебалки вот эти, вертушки, все ставлю, нет, не клюет. Ни окунь, ни щука, ни судак. Живца ставлю. Вот за это лето я на живца две щуки поймал. Но я это не снимал. Ну, ходил с другом на рыбалку. Там целый день сидели карпа. На карпа мы ходили. Целый день сидели. Ничего не клевало. Потом уже делать нечего. Уже под вечер я взял. Тройник нацепил с поплавком. Поставил туда маленькую красноперку, и я сразу за минут 15 поймал две щуки. Друг тоже самое поставил, тоже поймал две щуки. Все. На следующий день пошел я уже, думаю, вот поснимаю, что-нибудь братанам своим покажу, да, на канале.
Целый день просидел, ничего не клюет. Поймал одного карпа. Ну, не стал я с одним карпом видео закидывать. Вот уже сегодня приехал на рыбалку. Сначала поймал большого, большую красноперку такую поставил. Он у меня удочку утаскивал аж на. Потом поймал поменьше, поставил я его. Он на заднем плане у меня поплавок там стоит, вот белая штучка. О, вот он. Не знаю, что делать, на что, кого ловить, на какую насадку поймать эту рыбу. Кроме леща, вот лещ. Достал меня уже этот лещ. Везде клюет он. Везде. На что, что не поставишь, голый крючок закинь, он клюет. А что-нибудь нормальное не клюет. Не знаю, что делать. Как его, на что его подкормить, что поставить туда, какой, с каким бубном потанцевать, чтобы эта рыба нормально клевала. Напиши, ты же, наверное, знаешь, кто смотрит по ту сторону экрана. Напиши там в комментариях, что я неправильно делаю. По-братски там что-нибудь подскажи. А, просмотры у меня есть, небольшие хоть, но подписчиков маловато. Что-то вы не подписываетесь, видео смотрите, не подписываетесь. Подпишись, тебе что там, эту кнопку нажать 5 секунд, поставить там что-нибудь, лайк 5 секунд. Поддержи братишку своего. Не знаю, сейчас уже сижу давно, с утра сижу, ничего не могу поймать. Может домой поехать уже, думаю. Огорченный весь такой, обиженный на эту рыбку. Вот такая вот у меня ситуация. В этом году что-то очень плохо рыба клюет. Очень плохо. Так, братва, какие-то изменения у меня тут есть. Вон, пока я болтал в камеру, мой лежачий поплавок, он встал. Ему надоело спать, он, короче, встал. И какие-то движения есть. Там, не знаю, или это живец его дергает, или кто-то хочет его покушать. Ну, с того момента, как я его закинул, уже живец, он маленький там. Он его не двигал ни разу. За 2-3 часа он, может быть, уже и умер там, не знаю. Но он сейчас встал, он, короче. Неужели кто-то клюнет? Вон кто-то ходит там. Прям видели? Прямо на поплавок волна пошла. Давай кушай, мой хороший. Даже чуть-чуть покажи нам себя, кто ты. Вот это у меня клюет. Давай, скушай ты его. Наверное, какой-нибудь малец там клюет, но ну, все равно. Хотя бы его покажу. Оп-оп, тащит, давай. Думаю, он маленький у меня поплавок. Совсем маленький. Его не видно. Давай, тащи его, братан. Затащи его. Ты его нашел, осталось тебе его просто сожрать. Вкусная кукуруза, вон, я сам полбанки съел. Попробуй. Покушай его.
Ну, давай. Походу передумал, все. Подлюга. Уже все стемнело, наверное, пойду домой. К сожалению, ничего не поймал. Уже этот поплавок я не вижу. Все, вот так буду вытаскивать, с вами болтать. Не знаю, что-то сегодня рыба... Да и не сегодня, да уже сколько времени она уже не клюет, эта рыба. Я уже, не знаю, рыбалку люблю, а идти на рыбалку не хочу. Потому что не клюет. Что делать? Не клюет. Тут забыл через... Как эта штука называется? Забыл я ее через него пустить. И теперь приходится наматывать его. Не знаю даже, как я его намотаю. Наверное, вот так руками. Так, наверное, как-нибудь намотаю я его. Надо будет переделать. Я быстро. Он у меня без поплавка, без ничего так лежал. Кто-то сидит. Быстренько поплавок все поставил, потом смотрю, у меня он через эту штуку не одет. Чтобы потом не делать, я его оставил так. Думаю, рукой буду придерживать, если клюнет что-нибудь. Но, как видите, не клюнул никто. Не клюнул. Так, теперь надо вот эту поплавок опустить. Вот так вот. Поплавок живет у меня чуть-чуть. В сторону подвинулся. Но все-таки, наверное, это сам живец тащит его. Никто, думаю, не пришел туда. Беда, беда, не хочет никто клевать. Беда, беда. Как его тут зафиксировать, даже не знаю. Как-нибудь вот так вот завяжу его. Что с ним делать? Сегодня уже не вижу смысла делать его. Как-то там что-то пытаться с него придумать. Просто как по-колхозски вот так замотаю. Вот когда вот так кидаешь, наверное, хорошо она его кушает. Рыбка. Что ли, сюда его зацепить? Поплавок. Так вот зацеплю. Сюда вот так вот поставлю. Вытаскиваем живца. Никого там нету. Ну, живец есть. Вот такой вот живец. Он еще живой. Еще живой. Мы его отпустим. Будешь жить. Потом, когда я приду. Как его теперь вытащить отсюда? Вот такой живец. Он еще чуть-чуть живой. Киданем. Вот такой вот тройник. Флюорокарбоновый поводок флюорокарбоновый. Вот такой вот поплавок. Все красиво выглядит, но не клюет рыбка. Так что поедем домой.
поспим. Завтра, может быть, приеду куда-нибудь, поеду на какую-нибудь рыбалку. Уже не знаю. Попробовать карпа поймать. Или дальше попробовать щуку поймать, помучиться, не знаю я даже. Все, я собрался. Сейчас погружусь в машину и поеду домой. Как-то вот так отнял у тебя время, если ты меня смотрел до конца, думал, что я что-нибудь поймаю. Не обессудь, братишка, не хотел. Но ты подписывайся, когда-нибудь мы ее поймаем, эту рыбу. Подпишись, поставь лайк, чтобы я... Вот не клюет, я хожу на рыбалку, да? Чтобы я дальше ходил и пытался что-нибудь поймать, сделай мне мотивацию такую, биатрон такой, да? Чтобы у меня в крови был, чтобы я ходил на рыбалку. Ну все, больше времени ваше занимать не буду. Всем пока, удачи, любви, счастья и тому подобное. Пока. Рыбалка. Место, где я чувствую себя свободным. Свободным от переживаний, свободным от стресса, свободным от всего.